Вот такое озеро. Вот такая красота. Смотрите. Желтые цветы. Вот. Подойдем поближе. Видите? Островцо какое. Вот какое оно. Видишь, какое оно. Цвет. Красота. Замечательный. Деревянный мостик. Такая дорожка. Деревянная. Здесь утка-кряква плавает. Вон, кстати, она на берегу там сидит, вдалеке. Весной я здесь видел утки-кряква, своих утят. Высиживали маленькие утята, появились, я их видел. Да. Тут и черепашки есть. Маленькие черепашки водоплавающие. Вот какая-то. А утка-то вот там на бережку, за этим камышом она высиживала. На бережку высиживала своих утяток. О, как важно! Ну что там смотрят? Что там смотрит? Нет, ничего там интересного. Ну, вот такое оно. Замечательное место. Достаточно прохлады. Дома новейшие. Приятно жить в таком доме, в таком месте. Рядом там парк центральный, город Раменской. Ну и здесь вот водичка. Вот качели для детворы. И переходим мы на другое озеро. Вот такая вот. Такая у нас картинка. Туда дорога идет. Парку, а сюда вот мостик продолжается. Вот замечательно, замечательно. Видите, тут кругом дома живые, но есть где жильцам отдохнуть. Есть вот окна выходят прямо на озеро этого дома. Достаточно солнца, достаточно тени. Ну, город Раменское имеет много таких мест, где приятно походить, отдохнуть, посидеть в тени или на солнышке. Увидеть живую природу. О, сидит вот утка-кряква. Отдыхает. Вот другое озеро. Тоже плавают там утки. Сейчас подойдем поближе. Их тут кормят. Но корма хватает им. Мелкая рыбешка тут тоже плавает. Вот приятный, пожалуйста, озеро. То вот она картина маслом. Вот она картина маслом. О. Ну все, я, наверное,
достаточно наснимал. На этом конец на сегодня.